Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Вторжение арктического воздуха в европейскую часть России стало не только причиной резкого понижения температуры, но и привело к образованию гало, так называемого ложного солнца. В минувшие дни над несколькими российскими городами их взошло сразу три. Такая редкая оптическая иллюзия называется тройной паргелий. Его наблюдали жители Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. А 24 марта на полуострове пройдут дожди. Температура воздуха немного повысится. Далее предлагаю узнать подробнее. На западном берегу облачно, сильный дождь. В Черноморском температура воздуха днем плюс 12, ночью плюс 8. В Евпатории и Саках переменная облачность. Дождь будет идти только ночью и утром. Днем плюс 12, ночью 9 градусов с отметкой плюс. В Севастополе на протяжении всего дня пасмурно, ночью, возможно, пройдет дождь. Температура воздуха днем составит 16 градусов тепла, ночью плюс 13. В Бахчисарае облачный день. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Дневной максимум 19 градусов тепла, ночью 10 градусов с отметкой плюс. На южном берегу переменная облачность, возможны осадки. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 17, ночью плюс 10. В Феодосии и Судаке переменная облачность, утром пройдет сильный дождь. Но до полудня осадки должны прекратиться. Днем плюс 14, ночью плюс 8. В Керчи облачно, дождь в первой половине дня. Днем 13 градусов тепла, ночью плюс 12. В северной части Крыма в течение дня дождливая и облачная погода. Температурные показатели в Джанкое и Красноперекопске днем плюс 17, ночью плюс 7. Облачным день будет и в Армянске. Зонты не будут лишними, весь день будет идти дождь. Днем плюс 13, ночью около 7 градусов с отметкой плюс. В центральной части Крыма и Симферополе преимущественно пасмурно. Ночью и утром дожди. Днем 19 градусов тепла, ночью 10 градусов с отметкой плюс. Такой погода будет на полуострове 24 марта. Я желаю вам яркого настроения. Не переключайтесь.